15 ноября в Красноярске пройдут публичные слушания по бюджету на следующий год. В мероприятии примут участие депутаты законодательного собрания, народные избранники из районов края, главы городов и поселков, отраслевые министры, представители ведомственных структур, бизнеса, общественных организаций. До начала публичных слушаний комитетом по бюджету проводятся выездные заседания в округах края. Кроме того, принять участие в обсуждении главного финансового документа региона могут и все пользователи интернета. На портале законодательного собрания размещен текст бюджета, инфографика, пояснительный материал и пресс-релизы. Комментарии, свои замечания и предложения депутатам относительно проекта бюджета можно оставлять внизу страницы в специальном разделе «Обратная связь». Проект бюджета был размещен на сайте законодательного собрания, был разослан в районы, муниципалитеты. Все заинтересованные люди, все те, кому это интересно, могли его прочитать, ознакомиться с ним и, естественно, уже сформировать свое мнение по этому поводу. Сейчас публичные слушания – это красная площадка, где все эти мнения консолидируются. То есть на публичных слушаниях, конечно, присутствуют депутаты, которые собирают все эти мнения своих избирателей, которые приходят на адрес депутата.